Привет. День добрый. Чубхаич. Смотрите, помидорки уже начали. Опа, начали уже зажигаться. На МФТ-системке 40 посадочных мест, а это 20 посадочных мест. Классненько. Вкусненько. Классно. Итак, вот смотрите, на МФТ-системке ничего, как ни странно, не пострадало. Хотя так же самый температурный режим высокий, как и на той системке, где аквапод-клик находится. Почему такой дисбаланс случился? Тем более тех растишек. Здесь, смотри, все хорошо. Вот оно даже вот аж просто мега классно, круто. Кстати, вовремя еще в этом году обрабатывал биопрепаратами, липидуцидами и БТБ, чтобы гусеницы не пошарахали, как в том году. Помните, если было? Если точно вы помните тот видосик. Налетела гусеница, кошмар. В этом году ее сейчас нету, потому что правильно смотреть за растишками и правильно обрабатывать их. И у вас залог будет гарантии того, что вы получите полноценный хороший урожай. Смотрите, какие кисточки, а. Я же думаю, в этом году не должна будет гусеница шарахнуть. Хотя мало ли, посмотрим. Смотрите, как вот они развиваются. Опыление. Вот кисти тоже. Вот, смотрите, хорошие такие вот. Кисточки, опа. Здесь два разных вида черри растут. Вообще должны не были бы все низкорослые, но по сути, так как они нифига не низкорослые, или возможно это такой, скажем так, прикол, то что на гидропонике оно вот так вот вырастает в больше, чем в земле. Да, возможно такая штука. И смотрите, как вот они заросшие. Так, растворчик. Растворчик держу сейчас у него 1200 ppm по датчику ТДС-3 меряю. Кстати, конвертировать часто пишут, надо только в ЕЦ, только в ЕЦ. Что? ТДС, ППМ-ка и ЕЦ это одно измерение. Только их надо конвертировать по таблице, смотреть в какую сторону. Понимаешь, да? Так что учите. Будем ждать, когда они будут зажигаться, и будем их снимать, эти помидорочки. Растворчик будем держать до показания не ниже 1000. Вот так, все, что хотел вам сказать. Всем классного, хорошего урожая. Вы молодцы, красавчики. Бам-бам.